Так, ну что, давайте, собираемся. Пошли. 17 апреля 2021 года. Нас 9-10 смельчаков в очередной раз видим в купель. В этот раз за место воскресенья решили поехать в субботу, так как в воскресенье у нас завтра внутренний турнир по шахбоксу. Как показывает практика, чем теплее температура, тем меньше народу. Да? Да, плохо. Хотя окунаться надо всегда, в любое время года. Что ты думаешь про купель? Отличная теплая водичка. А ты чего думаешь? Не знаю. Да, вообще скромный парень. Да. Ты уверен? Да, уверен. Смотрите на эти носы и на эти губы, которые мне врут. Что он скромный. Обладатель маленького рюкзака. Недавно ты в купели клялся, что в следующем году ты выиграешь чемпионат России, да? Да. И как получилось, что после этой купели, именно после этой купели, ты поехал на Тулу, провел 5 поединков, выиграл их и отобрался на чемпионат России. Как ты думаешь, твое обещание может на год сместиться вот к нам ближе? Возможно, очень даже. Ты в это веришь? Да. Молодец. То есть, еще раз, вот повтори вот сюда, и вот это вот я сейчас записываю. Что будет? Я выиграю чемпионат России. Ну, смотри. Да, опять, бро. Завтра у нас шахбокс. Опа, я даже их не заставлял играть. Но они это делают. Хо-хо! Так, прибыли. Ух, солнечная погода сегодня. Ух, как хорошо. Сила, слава, долг. Это я, Волк! Моя братва. О, ну да, расцвели цветочки. Каждый раз, идя по этой лестнице, в нашем клипе, я всегда говорю мотивирующие слова. Да, Сережа? Конечно. Да, ты что говоришь? С каждым клипом у нас меняется пейзаж. 2 недели назад я еще ездил в зимней куртке Ярополка. Тут еще снежочек был. Все, весна наступает. Сейчас будем купаться. 17 апреля 2021 года, не изменяя традициям, Ярополк прибыл в купель. Мы выезжаем, как правило, в воскресенье, но иногда в субботу. Поэтому следите за нашими новостями, обязательно записывайтесь. Поездка абсолютно бесплатная в автобусе клуба. Сегодня нас 9 человек. Что ж, окунемся. Это, конечно, не зима. Ну, я замерз, шучу. Братва стоит. Ага, пошли. Давай, следующий. Максим, что ты хочешь сказать? Приезжайте в купель, закаляйтесь, будьте здоровыми и сильными. Водичка супер. Искупались, настроение и так было отличное, стало еще лучше. Холодная вода убирает грусть. Долой грусть!